Он памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Гений на все времена, классик русской и мировой литературы, чье имя знакомо каждому. Как-то говорили, что солнце русской поэзии закатилось, но это не так. Оно светит, оно греет нас, и Пушкин как был жив, так он и будет жить, и он будет вечен. У монумента великого поэта во дворике музея «Дом Языковых» состоялась церемония возложения цветов. Камерное уютное начало предвосхищает череду не менее интересных событий. У нас будут проходить целый день мероприятия праздничные, начиная с сложения цветов и заканчивая там молодежной вечеркой. При этом у нас сегодня открывается большой межведомственный проект, который называется «Пушкинское лето». При этом открывается у нас фестиваль улицы 1833 года. И, конечно, это все объединено, знаете, в один такой большой проект. Специально к важному событию в Ульяновске вернули на место отреставрированный бюст Александра Пушкина, который в 2005 году был подарен городу Сурабом Церетели. Теперь бронзовый скульптура возвышается на подлинном постаменте, изготовленном скульптором. Первоначально бюст поэта был установлен не на оригинальный постамент. После реставрации этот недочет исправили. Кроме того, памятник получил законченный вид, который соответствует изначальной задумке автора. История монумента непростая и уходит корнями в далекое прошлое. Еще в 1899 году, к столетнему юбилею поэта, Симбирская городская дума собиралась установить его бюст в одном из муниципальных парков. Однако денег не нашлось. Лишь спустя более 100 лет монумент был преподнесен скульптором Зурабом Церетели в дар Ульяновскому областному краеведческому музею. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.